Плавать в погоду, когда ветер слабый. То есть раньше мы в 6 узлов сидели дома, теперь в 6 узлов носимся по заливу. Вот. Ну, наш корабль перешел из разряда прогулочных яхт в разряд гоночных кораблей. Потому что вот сейчас, когда мы там накренились, скорость была 9 узлов. При ветре-то в 7, 8. Круто. Круто. Ну что, пойдем на фотосессию? Пойдем.